Honeywell – натуральное мыло с люфой. Это сертифицированный cruelty-free бренд, и почти все его средства подходят веганам. Мыло весом 140 грамм в картонной упаковке. Плотно спрессованное и гладкое, полупрозрачного черного цвета. Кусочком натуральной люфы внутри, немного выступающим с одной стороны. Средство на основе кокосового масла и глицерина. Направлено на очищение, увлажнение и отшелушивание. У него мягкий, свежий, сладковатый аромат. На коже слышался пару часов. Средство давало легкую пену, а края люфы показались довольно грубыми для чувствительных участков кожи. Но после нескольких использований люфа ощущалась уже в меру жесткой, и продукт за счет мочалки пенился сильнее. Средство не пересушивало кожу, делало ее мягкой, гладкой и хорошо очищенной. Мыть голову мылом с люфой было неудобно, а волосы не выглядели чистыми. Брусочек не раскисал, не оставлял въедливых следов на поверхностях. И понравилась идея экологичного продукта. Люфу можно продолжать использовать в качестве мочалки, а потом закомпостировать.